Ще пісня на стихи моєго друга Дмитрія Поздєєва. Как жить? Из-за кота я собираюсь разводиться. Какой же муж невыносимый у меня? Он хочет Ваське дать свободу, словно птица, чтоб по деревьям бегал, прыгал, лазил я ему, толкую, что коту тепло в квартире. Ковер, диван, поел, поспал и в туалет. Не нужно знать ему, что делается в мире. Пусть проживет все так свои 15 лет. Я для себя кота хотела, между прочим, а муж ведет совсем политику не ту. Не понимает бестолковый, так и хочет, как себя люб, разнообразить жизнь коту. Ну, посудите, право, мысли мыль такое, на дачу мазь вывозить, какой кошмар. Там ведь трава, кусты, цветы, там нет покоя, и муха может укусить, или комар. Кричу в 4 горла, нет, так не годится, не трожь кота, а то разрушится семья. Определенно собираюсь разводиться. Какой же муж невыносимый?